Герой Советского Союза Самодеев Иван Андреевич. Родился 15 апреля 1922 года в селе Калита, Киевской области, Украина. В крестьянской семье, русский, беспартийный, окончил 4 класса, работал трактористом. В 1941 году призван в ряды Красной Армии. Прошел обучение в автобронетанковом полку, воевал на Прибалтийском фронте. Отличился при освобождении Литвы 27 июля 1944 года. В ходе разведывательного рейда первым ворвался в литовский город Ионишкис. И в уличном бою, будучи тяжело ранен, продолжал биться с врагом, уничтожив 18 автомашин, 4 дякача, 3 мотоцикла и много живой силы противника. Решительные действия разведчика способствовали успешному выполнению боевой задачи. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за участие в освобождении Литвы сержанту Ивану Андреевичу Самодееву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В 1946 году Иван Самодеев был демобилизован. Жил в поселке Мирском Кавказского района Краснодарского края. Работал в совхозе. Умер 7 июля 2001 года. Одна из улиц поселка Мирского названа в честь героя, награжден орденами Ленина, Отечественной войны, первой степени, Красной звезды, славы третьей степени, медалями.